Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады вас приветствовать в Новогорске, где, несмотря на завершение сезона во второй лиге, команды не торопятся нас отпускать от экранов. Но таких передач, конечно же, стоило бы избежать. Ошибается Антонов в центре поля. Передача, и здесь наносил удар Дмитрий Малыгин. Обработал мяч под левую и пытался со штыка так проткнуть мяч мимо уже высшего из ворот Романа Тарасова, но тот где-то за счет габаритов тоже, насколько мог, перекрыл. Здесь Акимов устремляется мячом, и поспеет ли к нему Антонов? Нет, бьет Акимов в дальний угол, и это 1-0. 1-0, хозяева идут теперь впереди. По счету Егор Акимов становится автором этого забитого гола. Извлекли урок из опыта предыдущих ошибок. Поспели назад. И стремительность атаки «Динамо» сошла на нет. Удар из предела штрафной площади. И в данном случае пристреливался 37-й номер команды «Динамо-2». Это Дмитрий Малыгин. Наверное, в этом компоненте за счет, прежде всего, разницы в возрасте не мог компенсировать это действие своей команды. А мы сейчас видим еще одну атаку. Уже по противоположному правому флангу стороны «Динамо-2». И она заканчивается вторым взятием ворот. Поменяли они вектор атаки. В основном все у нас через левый фланг, да левый фланг. А выстрел и правый. Прострельная передача прекрасная была. Классно, заброса нет, здесь офсайда. С мячом футболист «Динамо» бьет в дальний угол. И как же был близок в данном эпизоде к дублю Егор Аким проводит на своем правом фланге, несмотря на то, что были уже даже двойные замены, продолжает оказывать давление на оборону соперника. Борисов ждет подключения партнеров. Хлебиков продолжает находиться на газоне. Заброс от Дементьева. После чего звучит финальный свисток, который сигнализирует нам о том, что в товарищеском матче «Динамо-2» «Родина М» победу одерживает команда «Бело-голубых» со счетом 2-0. Отличились у нас в матче Акимов и Симонов.